я решила показать последние мои цветочки, которые остались засушенными в ватных дисках. Это ромашки. Я хотела показать, как сохраняются в ватных дисках. Мне очень понравился результат. Достаточно хорошо они высохли. Цвет не поменяли. Остались беленькие. Желтенькое осталось желтеньким. Вот, я уже вот столечко распечатала. И поделюсь сейчас еще вот такими сухоцветами, которые тоже были у меня в ватных дисках. Это вот такие вот желтые соцветия. Тоже хорошо сохранили цвет. И вот такие вот цветочки. Тоже не знаю, как они называются, набрала их в поле. А это тысячелистник. Ватные диски у меня лежали в прессе. Я уже показывала, как выглядит мой пресс. Я буду сюда укладывать. Ромашки очень хрупкие. Делайте это аккуратно, не торопитесь. Подведя итоги вообще о моих сушек, всяких разных засушиваний цветов, в манке мне понравилось сушить только незабудку. Все остальные сухоцветы идеально высохли вот в этих вот дисках. Может быть, я что-то неправильно делала. Но это мои результаты, мой опыт. Чем смогла, я с вами поделилась. Если у вас есть свои наработки, пишите мне в комментариях, какой опыт у вас есть сушки цветов. Тут вот ватка прилипла к цветочку. Это вот желтенькие цветочки, кстати, тоже хорошо сохранили свой цвет. Кустик такой вот. Ну, то у меня какие-то желтые лепесточки были. Так, это у нас снова желтый цветочек. Желтый цвет хорошо сохраняется. Ну, вот и все. Вот столько ромашек у меня получилось. Результатом я довольна. Тут вот, вот такие вот еще получились, я показывала в начале. Ну все, буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и не забывайте писать ваши интересные комментарии. Пока-пока!